Создать памятник национальному герою Салавату Юлаеву решили еще в годы Великой Отечественной войны, но приступили к работам лишь в 60-х. Итак, 17 ноября 1967 года над Белой появился всадник на коне. Автор статуи – осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев. Вот что о нем говорил писатель Мустай Карим. Я восхищен тем, как художник-мыслитель осетин проник в духовный мир моего народа, как он постиг величие и красоту души нашего легендарного, да более родного Салавата. Памятник отливали 1,5 месяца на Ленинградском заводе. С тех пор он стал главной достопримечательностью Уфы. Рядом с ним фотографируются туристы и гости города, а местные жители любят там погулять. Осенью прошлого года жителей республики и столицы напугала новость о том, что постамент находится в критическом состоянии и ему требуется ремонт. На сегодняшний день, что касается состояния кургана самого и горы, на котором стоит памятник, воздействие не только природного фактора, но и сложного гидротехнического сооружения фонтана. Потому что водоотведение фонтана таково, что в любом случае воздействие вод, просачивающееся, все равно влияет на состояние самого склона горы. Сейчас специалисты исследуют чугунную облицовку памятника и отбирают пробы. Уже после получения их результатов станет известно, каким образом будут ремонтировать памятник Салавату Юлаеву. Ильсия Мухидинова, столичное телевидение, вся Уфа.